Интересные факты о тараканах. В настоящий момент в мире насчитывается более 4600 различных видов тараканов. Ближайшими родственниками тараканов с биологической точки зрения являются термиты. Окаменелые останки первых тараканов свидетельствуют о том, что эти существа жили еще полмиллиарда лет назад. Наряду с крокодилами они являются одними из самых древних обитателей Земли, практически не изменившихся с течением бесчисленных лет. Некоторые виды тараканов умеют летать. Самый крупный в мире таракан, обитающий в Австралии, таракан-носорог. Он живет до 10 лет, а в длину достигает 8-9 сантиметров. Мадагаскарские тараканы пользуются популярностью в качестве домашних любимцев у любителей насекомых. Будучи рассерженными, они забавно шипят. Такой вид азартного спорта, как тараканье бега, известен еще с 19 века. Существует миф о том, что тараканы смогут выжить даже в случае ядерной войны. Тем не менее, это только миф. Впрочем, тараканы действительно примерно в 13 раз менее чувствительны к радиации, чем люди. Примерно с начала 21 века тараканов в людских жилищах стало становиться все меньше и меньше, по крайней мере, в России. Причина этого до сих пор не ясна. Тараканы выпускают газы примерно каждые четверть часа. Перевернутый на спину таракан не в состоянии сам перевернуться обратно. В среднестатистической городской многоэтажке насчитывается от 1000 до 300 тысяч тараканов. Обычные городские тараканы могут прожить без еды до месяца, а без воды – неделю. Обезглавленный таракан может жить еще несколько недель. Тараканы дышат всеми клетками тела, так как легких у них, как и у других насекомых, нет.